что давайте сейчас прокатимся по побережью, спустимся к морю, да посмотрим на море. Я думаю, здесь я проеду, не провалюсь ни в какой вентиляционный канал. Он перекопали, у нас видно справа, чтобы на машинах не ездили. У нас эта машина непростая, она едет везде. Вот тут вот был спуск к воде, но правда это было 2 года назад. Как спуск. Тяжеловатый, но спуститься можно было. Так, дальше мы не поедем. Ну его нахер. Посмотрим здесь, что у нас. Решил спуститься. Не стал сначала, вернее, забыл, что снимать надо. Уже он спустился, короче. Короче, попробуем. Еще вниз не надо, и она круто. На камере я не знаю, как будет видать. Но на самом деле довольно круто. Вообще, прямо нормально, короче. Подниматься будет тяжелее. И это уже проверено. Спускаться всегда легко. Ну, в прошлый раз я тут спускался. Блин, подняться будет действительно тяжко. Прямо невероятно тяжко, я бы сказал. Потому что спуск просто... Спуск просто съест, короче. Блять. Просто, короче, съезжаем. Блин, а тут я точно не спущусь уже. Да, тут я не спущусь. Вон туда придется идти. Вон на то место. Чтоб спуститься. Спуститься, ладно. Подняться теперь надо. Как-то. Хер же подымешься еще. Не, подняться подымусь. Вот там спущусь потом, да. Вон туда пройду. Места вообще прикольные. Конечно. Блин, надо хоть себя что ли снять. А то ж никто не поверит, что я тут был. Голос, скажет, поставил и видео кого-то взял. Надо сфоткаться еще, вот точно. Сейчас сфоткаюсь, а потом поползем, короче, вверх. Не знаю, как получится у нас это дело, но залезть по-любому надо. Чё, поехали? Что ли? Пока все идет неплохо. Но у нас вон ответственный подъем, где мы съезжали.
Но мы сейчас его обойдем, попробуем вот по этой земле. Хотя она тоже не особо-то. Руками помогаю. Офигеть. Не, на такие спуски я больше не пойду. Бля, я уже за. Уже запыхался, короче, нахер. Хотя не курю. И не пью даже. Кроме воды. Ничего. Подъем офигеть. Короче. Подъем пиздец. Фу. Еще чуть-чуть. В этом году спуска, короче, здесь нету. Так и запишем. Поехали, короче, дальше искать спуск. Потому что здесь мы спуска не нашли. Как-то надо выйти сейчас на дорогу. Где-то она вот там у нас впереди есть. Вот и дорога. Какой вид, да? Офигенский. Главное, что мне нравится, здесь людей нету вообще. Ну, как бы есть, но немного, потому что видели сами, какой берег здесь. Не везде можно просто спуститься к морю. Зато и море теплее, чем в Анапе, да. Сейчас мы вот сюда заедем, посмотрим, что у нас тут. Здесь по-любому тоже не спустишься. Сейчас вот здесь глянем. Слышно, но я вставлю вот фотографию, у меня точно есть, я делал как раз в 15 году вот с этого места, где стоят эти, как раз стояли эти оборонительные точки. Вот что сейчас от них осталось, я поставлю фотографии, как это выглядело 2 года назад. Вот с этого прямо места. Сюда как раз ставлю фотографии. Что, давайте спустимся к морю. Попробуем. Там у нас не получилось, может здесь получится. Здесь видно, следы здесь более.
такой склон. Метров, наверное, 15 точно есть туда вниз. Еще кроссовки отряхнуть, землей забились все, пока в прошлый раз спускался. Вот такой вот здесь берег, поэтому и людей здесь нету, потому что к воде проблематично довольно-таки спуститься. Но зато здесь и вода вот такая чистая, и здесь вот такая заводь. Поэтому, ну, как бы так можно заводить. И здесь она теплее. Сейчас спустимся, посмотрим. Вон какой берег. Спустишься здесь. В пару местах только возможно, где спуститься. Поэтому как бы людей нету здесь. Спустился вот. О, какие ракушки. Побитые, но есть. А вот этот кабель. Ой, кабель, говорю. Канат, который сверху видели. Он какой здоровенный, не дали? Тоже куча всяких, надо ракушек. Можно пособирать. Мусор, конечно, но это все приносит с кораблей, с этих. Канаты рвутся. А так места хорошие. Чего бы не отдыхать, да? Камушек небольшой, ракушки. Блин, надо пофотографировать. О, даже готовая вот эта штука. В уши вставляешь же себе. Не знаю, как это называется правильно. Ну, короче, вот такая фигня. Прям четко, да? Как мне понятно. Как раз в ухо. О, даже мандаринка, смотрите. Видали? Вообще сказка, а не берег. Блин, ну канаты, конечно, вообще мощные, да? Канатище просто. Рвет же такие. Бочка вот. Чем-то. Прикольные места. Ракушки прикольные. Вода прикольная. Вообще чистая. Песок и камушки, короче. Кто захочет приехать отдыхать, пишите, короче. Ой, вода такая довольно-таки. Ну, купаться, конечно, еще рановато. Но прям не холодная нифига. Классная. Я вообще, конечно, не любитель. Я люблю, чтобы вообще теплая-теплая вода была. Некоторые в такой купаются, говорят, нормально, вообще отлично. Более адекватен в этом вопросе с водой. Я люблю, когда она вообще теплая. Ветрено. Завтра ветра не будет, по прогнозу. А вот вчера и сегодня как бы так и обещали, что будет ветер. Блин, здесь вообще прикольно. Мне вообще нравится. Здесь дно хорошее. Камни вот как бы есть, но они не везде. И не глубоко. Вообще прикольно.
фанера. Но это маловато. Была бы побольше, вот типа как та, я бы забрал. Но она в воде мокрая. И она тоже маловато. Где-то 1.20 м надо мне. Блин, ее вообще надо вытащить, что она в море бултыхается. Она вообще влагостойкая. Блин, она толстая. Неохота тащить ее вверх. Как раз под колонки. Под подиум. Я как раз мастерю. Скоро будет видео тоже. Ну что, все, поедем. Мне еще сегодня надо на почту успеть. То я вряд ли. Ну сейчас хоть знаю, где какие нюансы. И пробок, наверное, не будет таких по дороге. И доберусь я быстрее все-таки, чем вчера. Тут тем более дорог же накрутили. Не было. Раньше одна дорога была. Едешь и едешь, и все. А тут сейчас так все раскрутили, я прям вообще охренел. Еще темно, нифига не видно. Развязки такие. То туда заверну, то сюда заверну. Мрак, короче. Там и получше, конечно, места есть, но вот это тоже прикольное. Так, ладно, все, сейчас вылезу. Потом по побережью быстренько проедем на выезд. Может, еще где-то остановимся и уже домой. Может, пару ракушечек соберу еще вот на память. Едем, короче, друзья, дальше по побережью. Вот здесь заводь вообще прикольная. Вода прозрачная-прозрачная. Не глубоко. Прям прикольно, да? Прикольное место, вот это тоже. Вообще прикольное. А вот это что такое там стоит? Сети какие-то, что ли? Вон там дальше тоже. Какие-то вышки непонятные. И сети, да? Похоже, сети. А что это? Без штатива руки. Не в руках не удержишь, мотает. Я хер знаю, что это такое, короче. Но что-то там стоит. А вот это место вообще прикольное. Надо его как-то запомнить.
и летом приехать сюда, когда вода нагреется. Ну, тут она быстро нагреется. Тут не глубоко. Вообще прикольно. Да. Ну-ка дальше. Ну, вот это обвалится штука. Вон. Трещина пошла по всей этой, вон, видно. Вот это все будет обваливаться туда. Как оно постепенно обваливается, как и там все обвалилось, так и тут, вон. Видно, что вот это все, ну, со временем, вон, эти штуки, все обвалятся. Берег постепенно смывается, после дождей тоже. Вот, вот это тоже все высыпалось, вот. Весь участок. Блин, ну тут вообще прикольно. Смотрите, место какое офигенное. Да? Мелко. Блин, ну сюда по-любому я приеду. Вода нагреется. Маску как раз испытывать буду. Пронесемся по берегу. Да, это какие-то сети стоят там. Блин, места, конечно, вообще прикольные. Блин, не сфотографировал нифига. Хотел же сфотографировать. Сейчас пару фоток сделаю. Так, ладно, едем. А то видео снимается, а я нихера не еду. Места, короче, классные. Интернета только нихера нету. То, блин, в роуминг отправят, то не грузится нифига. Не, на простой машине тоже можно ехать, только не так быстро, как я. Когда сухо, по крайней мере, здесь очень даже хорошо. Сами видите, вон дорога какая хорошая, накатанная. Вон справа какая-то вода. Слева нива. И море. Тоже вот тут можно даже на машине спуститься. Снимали. Вот как свою страну-то любят некоторые товарищи. Хотя никакие нам товарищи. Какие нам точно не товарищи. Вон прям внизу стоит на машине. Тоже можно спуститься. Вот где-то вот здесь вот. Блин, что вот это за херня, мне интересно. Это что такое? Места, короче, классные. Смотрите, вообще вода прозрачная. Вот это какая-то херня, еще неизвестно. Вот это что такое? Рыбу ловят или что? Я как-то вообще даже без понятий. Что это вот это такое? Какая-то непонятная херня.
море какое. Берег какой прикольный. Мусор, конечно, есть, но мусор это с моря. Это вот от этих кораблей, которые там стоят. Их там дохера что-то. Раньше я не помню. Ну, тоже бывали. Бывали, конечно. Вот такое вот место. Летом, короче, надо по-любому сюда ехать. Здесь народу вообще нет. Потому что, чтобы добраться до берега, ну это надо постараться. Вернее, до воды. До берега-то вот он, берег. А спуститься-то проблемно. Подъемах аккуратно надо быть, потому что может быть встречная машина ехать, и встретиться можно вообще здорово. Блин, вот это надо сфотографировать. По-любому. Блин, я никогда до дома не доеду. С этими остановками. Не, ну смотрите, как прикольно. На самом же деле. Вот сюда надо приезжать, испытывать маску. Видео, которое будет вот, наверное. Только не знаю, что первое выйдет. Видео про маску, которую я заказал. Или вот это видео, когда я ездил. Но тем не менее. Так вот, могу предложить. С меня вот это место. Питание. Проживание. Палатка у меня есть. Тоже, кстати, надо видео запилить на нее. А с вас научить меня плавать, потому что я плавать не умею. И заодно как раз маску для подводного плавания испытывать буду. Вот и все. Вот такие мои предложения. Пишем, короче. А я уже буду думать. А места прикольные. Очень даже. Очень даже, очень даже. Что за херня? Бочка, какая-то бочка. Блин, в руках не удержишь. Пластиковая или металлическая, не вижу. Пластиковая. С кораблей. Вот эти корабля что стоят в проливе здесь? И вот с них, короче, все вот это вот в воду падает. Теряют они. И к берегу оно приносит. Вот такие дела. А места здесь классные. Вообще, вот это вид просто, блин, классный. Я опять не могу не остановиться. Ну что такое? Я вообще не успеваю, короче, блять, на почту опять. А смотрите, как прикольно. Такое место. Это же офигенно. Вообще же офигенное место. Просто, блин, офигенное место. Лебедь даже плавает. Такой поглядывает, что это за фигня там наверху нарисовалась.
Блин, никак не могу уехать отсюда. Все снимаю эти места. Вообще прикольно, смотрите. Да? Офигенно. Народ, он отдыхает тоже. Ну, сейчас я уже там не буду останавливаться. Всем семейством он там. Места, конечно, прикольные. Чистое море, смотрите, вообще не глубоко, и дно ровное, без всяких этих неровностей. Блин, классно. А это вот, короче, мост. Не знаю, ветер дует, не знаю, как будет меня слышно. Вчера приехал я поздно. Хотел снять по-светлому еще, но не получилось. Вот он, мост. А там уже он, тот берег виднеется. Строят, строят, и тут и ночью строят, долбят, стучат. И днем всегда вон вот те, получается, сейчас как-то сфокусируется, нет? Вот они, эти арки. Которые все по телевизору показывают. Они так с торца видны. Там уже вот, блин, дымка еще, солнце, и, короче, нифига не видно. Ну, вот он, короче, этот мост. Весь в строительстве. Довольно-таки длинный. Что все, увидели, посмотрели. Теперь можно сказать точно, Гера Стейк здесь был. Напишем. Вот такая вот природа.
прикольные. Ну еще приеду по-любому. Тепло будет. Приеду. Все, едем домой. Хватит путешествовать. Еще раз попробуем навести. Да, солнце. Ну, все. Всем пока. До новых встреч.